Спасибо. Пока дождь не пошел. Год, но я так подумал. Thank you.
конечно, откуда я знаю. Площадки для пифтинга автомобильных и мотоциклетных трюков. Привет! Все так слабенько. Вы пришли на автошоу. Привет! Как вы уже поняли, у нас сейчас состоятся показательные выступления этих монстров, которые специально заточены на автогонки по пифтингу. Ну и как водится на любых соревнованиях, нужно сначала познакомиться с их участниками. Справа от меня, слева от вас, оранжевого цвета Nissan 350Z. Знаем такую машину? Кто знает? Что-то здесь знают, там не знают. Вы знаете? Nissan 350Z! У этой машины 280 лошадиных сил, объем действия 3,5 литра.
V6. Это Чайзер. 2,5 литра и, внимание, рядная шестерка. Настоящий японец. Вы такого мало где увидите. Сзади гоняется с 2009 года. Город Самара. Поприветствуем! Ну, и остался супермонстрик. Nissan Silvia. 450 лошадиных сил. Все за вас. 3,5 литра. V6. Город Самара. Антон Тихонев. Голос характерно-артический. В дрифте с 2005 года. Друзья мои. И судьи упрощают дополнительный заезд. Поэтому сегодня мы от вас ждем ваши эмоции, ваши карьеры. День рождения! Олег, ну вот традиционный пар вопросов перед началом. Вот дрифт, это все-таки просто спорт или что-то больше? Это адреналин. Это образ жизни уже. Слышали? Это адреналин, это кайф. И этот весь кайф сегодня будет здесь и для вас. Автомобили для дрифта! В гостях из города Самара команда «Обморок Рейсинг». Это два совершенно оторванных, безбашенных человека. Выступает он на спортивном мотоцикле Kawasaki Ninja, который, как вы заметили, специально доработан для мотоциклетных трюков и сконструирован под особенности именно такой мотоциклетной езды. Самара! Поехали!
Ваши аплодисменты, друзья! Команда «Город Крейсинг» появилась в Самаре в 2006 году и образована двумя Олегами. Ребята нас подружили на почве общего увлечения, и с тех пор не только коллеги, но и лучшие друзья. Парни были мотоциклом всю свою сознательную жизнь, и стаж три того езды перевалил уже за 6 лет. Эти ребята постоянно участвуют во всех байк-шоу по всей стране. Которая спасает жизни и не дает свершиться неудовольному.
акробатический номер из арсенала Олега Катаева только на Kawasaki Ninja. Таким образом иногда Олег Ковыченко качает пресс, но это вечно делает сама чемпионка. Поддерживаем, аплодисменты! Лиза,
почти поменялись местами. Но, видимо, Олег Павленко не может 100% доверить свой именно характер своего партнера. Представляете, что чувствуют водители автомобилей на светофоре, когда горит красный, а рядом останавливается цепное. Давай, давай!
в рамках выставки автомобильной Toyota Автозаводское отделение номер 8213 Сбербанка России. Официальный спонсор выставки Газпромбанк. Официальный страховщик. Страховая компания «Клиент». Совсем скоро мы увидим выступление автомобилей по дрифту. А пока скажем большое спасибо мотоколонне за поддержку. За то, что приехали, поддержали ребята из Самары. Трассу для будущего дрифта. А я напомню, что перед вами выступала команда «Опарат Рейсинг» город Самара. Запомните этих ребят, ибо они выступают без сотрудников спортивной поддержки, чисто на свои средства и собственные сильные энтузиазмы. Здравствуйте, Василий, здорово. Просто говорю, фишечки, которые будут ограничивать спортсменов, не направляют их на это движение. У нас случилось небольшое. Он выдернул, короче, а тут поехал, он за ним бежать и что делать, куда? Нет. Ну так, на площадке появился еще один представитель Тольяттинского клуба дрифтинга. Заказал, правда. Будет выступать Nissan 350Z на 280 лошадиных сил. 3,5 литра, V-образная шестерка, за рулем Вячеслав Кигай. Thank you.
Thank you.
Thank you.
газелы. Внутри три купе. Ваши аплодисменты.
Хорош!